Почти как Xiaomi Mi 8, глава Redmi назвал цену потенциального бестселлера Redmi Note 7 Pro. Сегодня вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг, подтвердил полноценный анонс смартфона Redmi Note 7 Pro на следующей неделе. Затем читатели в социальной сети Weibo забросали его вопросами, и среди всего прочего он ответил на вопрос о цене. Топ-менеджер сообщил, что пользователи смогут выбрать смартфон по своему бюджету – $298 и меньше за Redmi Note 7 Pro, $298 и выше за прошлогодний Xiaomi Mi 8 и $446 и выше за новейший флагман Xiaomi Mi 9. Исходя из этого разброса и учитывая стартовую цену на Redmi Note 7 $148, можно предположить, что стартовая цена на Redmi Note 7 Pro составит $238. Компания упомянула модель Redmi Note 7 Pro во время январского анонса Redmi Note 7, но точных сроков выхода и цен тогда не сообщила. Как ожидается, Redmi Note 7 Pro получит такие отличия от Redmi Note 7: 48-мегапиксельный датчик Sony INX586 вместо 48-мегапиксельного Samsung и со Cellbrite GM1 в Redmi Note 7, соусе Snapdragon 675, до 6 ГБ Azure и 128 ГБ флеш-памяти.